текущем учебном году в стенах университета имени Пушкина обучение проходит более 460 иностранных студентов. С каждым годом цифра эта растет. Грызть гранит науки в областной центр Брещины приезжает все больше молодых людей из-за рубежа. Немало среди них талантливых и одаренных. Показать свое мастерство они уже не первый год могут в рамках специального фестиваля. В текущем году его программа состояла из 44 мероприятий. Финальный аккорд – яркий концерт. Проводим мы этот фестиваль, естественно, для того, чтобы студенты еще больше сплотились друг с другом, чтобы больше друг о друге узнали о традициях, обычаях, культуре друг друга. И вы знаете, что мы очень рады, что наши студенты, иностранные, белорусские, они очень дружны. И за время учебы они становятся не просто, скажем так, соседями по парте, а настоящими друзьями. Это очень важно. В рамках концерта особо отличившиеся студенты получили заслуженные награды. Некоторым ребятам были отправлены благодарственные письма на родину. Такое признание заслуг приятно, признаются участники фестиваля. Однако сама возможность подарить частичку своего творчества и не терять духовной связи с родиной – уже отличный повод быть в числе участников. Я каждый год участвую, пою национально и я поддерживаю национальных вещей и сам играю на дутаре и туркменских национальных инструментах. Я не очень сегодня волнуюсь, потому что уже второй год участвую, а пою я давно. У меня папа поет, он певец, и сегодня я буду петь про друзей. Иностранные студенты отмечают, они рады, что в ВУЗе такой фестиваль есть, и ратуют за то, чтобы он имел продолжение в будущем. Инициатива дает возможность обрести новых друзей, познакомиться с культурой и традициями разных стран, существенно пополнить багаж ярких студенческих воспоминаний, чем не повод стремиться к продолжению. У нас в стране очень ценится белорусское образование, и мне всегда хотелось учиться где-то за границей. Я приехала сюда, я ни разу не жалела об этом, и мне очень нравится участвовать на разных мероприятиях и быть активной. Для того, чтобы показать свою культуру, что мы умеем делать, культуру, как у нас в стране живут, какие у нас традиции, какие у нас песни, чтобы показать. Но любая общественная деятельность – это огромный труд, поэтому бывают сложные моменты, но мы справляемся. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.